Губная помада отражает внутренний мир. Тени четко подобраны под образ. Прекрасная половина дома-интерната становится еще прекраснее. Барнаульские визажисты делают девчонкам мейк. Кому-то легкий дневной, кому-то яркий смоки айс. Над каждой колдуют не меньше 40 минут. Дом-интернат в свой выходной день посетили 5 визажистов и мастеров причесок. Они абсолютно бесплатно преобразили 10 женщин преклонного возраста. Слава Богу, живы все мои бабушки и жива бабушка мужа. И я знаю, как им важно в любом возрасте. Нам же всем девчонкам охота всегда оставаться девчонками, красивыми, молодыми. И мне хотелось подарить вот эту сказку им на один денечек в их повседневный день, чтобы у них появилась какая-то сказка. Как вам вот макияж сегодня и прическа жены вообще? Сначала напугал. Неожиданное было, конечно. Ну, потом вот сейчас привычное уже. Было очень приятно. Мы рады, что есть такая возможность, когда хотя бы иногда почувствовать себя чуть-чуть моложе, чем есть на самом деле. Акцию провели в рамках месячника пожилого человека. Инициатором доброго дела стала 10-летняя Варвара Кольченко, самый юный визажист Алтайского края. Первым мне предоставилась возможность красить именинницу. Она попросила максимально легкий макияж, мы не трогали там сильно глаза, только немножко тон нанесли. Мы сделали очень красивый макияж, такой дневной, такой не сильно яркий, с неловыми губками. Второй мы делали смоки. Образ дополняли локоны и объемные прически. Но главное, у красавиц загорелись глаза. Руководство и жители дома-интерната выразили благодарность волонтерам и пригласили их в гости в декабре навести красоту к Новому году. Валентина Аскерова, «День с толком».